Всем привет! Сегодня я покажу вам товары, посвященные игре Overwatch. Товаров получилось действительно много, хоть и старался брать товары в основном у продавцов с хорошим рейтингом. Ссылки на все товары есть в описании к ролику. Итак, начнем. Толстовка с капюшоном для повседневной носки в цветах костюма Джека Моррисона. Также есть куртка без капюшона, все того же солдата 76. Ну и конечно, нельзя обойтись без маски Джека Моррисона для создания полного образа персонажа из игры. Для любителей фигурок Funko Pop я нашел 5 персонажей из игры, выполненные в стиле знаменитой серии фигурок. При заказе для экономии можно выбрать фигурку без розничной упаковки. Дополнительно есть, только немного в другом стиле, Ханзо Джек Моррисон, который есть и в предыдущего продавца, и вдова. Для тех, кому больше по душе фигурки посерьезнее, есть фигурки, которые не стыдно будет поставить на самое видное место. У продавца есть Джек Моррисон в двух цветовых вариациях, также две вариации Жнеца в черном и белом плаще и Гэнди, которого также можно выбрать из двух вариантов. А вот уже Трейсер придется докупать у другого продавца отдельно. Кстати, напишите в комментариях, кто ваш любимый герой в игре. Далее есть несколько вариантов кошельков, их очень много. Например, только у первого продавца есть выбор из 25 вариантов рисунка. Правда, не все из них по игре, но у поклонников игры точно разбегутся глаза, так как все они неплохо выглядят. Если же пестрый дизайн кошелька не для вас, но показать свою любовь к Overwatch все-таки хочется, есть вот такой минималистичный вариант в 22 расцветках. И снова кошельки полные красок, только на этот раз без застежки и в 22 вариациях с разными персонажами игры. К фигуркам можно еще добавить и Ханну Сон вместе с мехом высотой в 23 сантиметра. А для девушек и детей есть вот такие замечательные плюшевые игрушки, которые можно использовать как подушки. На выбор есть 8 вариантов. Из разного рода мелочевки по игре также есть на что посмотреть, например, кольцо с логотипом игры, пряжка для ремня, которая скорее подойдет для парней. Также для парней есть браслет, выполненный из кожи, и подвеска все с тем же логотипом Overwatch. Далее есть пара брелков для ключей, у одного продавца представлены 6 персонажей из игры, которых можно приобрести отдельно, либо все сразу и неплохо сэкономить, выбрав соответствующий вариант. Если ваш любимый персонаж в игре Трейсер, тогда можете приобрести брелок в виде аптечки в двух вариантах. Ну и конечно, 3 вида оружия в виде брелков из игры. Или наоборот. Ну и куда без товаров для девушек? Правильно, никуда. На Али есть несколько париков для косплея или ролевых игр, это уже на ваше усмотрение. Итак, по порядку. Ангел с белокурыми волосами. Знаменитая Трейсер. Длинные волосы Ханны Сон. Короткая стрижка Пышки Мэй. И черная борода с волосами Хонзо, которые подойдут скорее для парней. А как насчет сюрикенов Гэнди, сделанные из цинка, в комплекте идет 2 штуки. Если же вы хотите перевоплотиться в Жнеца, для вас я нашел 2 пистолета и маску, которые можно приобрести отдельно, а можно и попросить положить в один пакет. Джесси Макри также распродает свои вещи, я нашел его шляпу и вот эту накидку, может кому-нибудь это пригодится. И снова для милых девушек, ловко я тасую товары, да? Я не играл в игру и не знаю, как это читается, но я назову ее Дива. И это ее костюм, который можно взять для девушки, костюм есть даже в укороченной форме в виде купальника. А у другого продавца уже можно докупить наушники и пистолет для того, чтобы дополнить образ. Хватит уже с косплеем, далее будут товары для более широкой аудитории, например, несколько видов рюкзаков и сумок с логотипом любимой игры. Наклейка для консоли текущего поколения PlayStation 4, PlayStation 4 Slim и Xbox One. И конечно, ни одна подборка не обойдется без чехлов для iPhone. Кстати, у меня на канале уже есть 2 подборки чехлов, так что можешь посмотреть. Ну а эти чехлы подойдут для iPhone, начиная с 4 серии, и на выбор есть 12 рисунков. К сожалению и моему удивлению, футболок по Overwatch я не нашел, но нашел вот такую классную бейсболку и довольно интересные молодежные кеды с логотипом игры. Для дома есть наволочки на подушке размером 45x45 сантиметров с персонажами игры. Плюшевый Уинстон должен понравиться вашему ребенку и стать его любимой игрушкой. Ну или вашей. Еще один стандартный товар для подобных подборок — это коврик для мыши. Это маленькие коврики в 5 расцветках, да еще и в 2 размерах каждый. И модные сейчас огромные коврики, которые покрывают практически все рабочее пространство с размерами 40x90 сантиметров. И напоследок есть наклейки на ручку дверцы автомобиля в черном и белом цвете. Надеюсь, вам понравилось и вы поставите лайк под этим видео. Также оставите свои позитивные комментарии, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые подборки с ништяками с AliExpress. А у меня на этом все. Пока!